тебя их мало. Когда у тебя, допустим, было 7, это много, осталось 6, уже как-то не так. Я ничего не понимаю. Так, не выскакивать на меня. Стоп, а куда же нам идти-то? Все ясно, нам туда надо идти. Ёб твою. Вы что, охренели, что ли? Я думал, это так, шутка. Они выломали вообще реально. Да музыка, харе. Скажите, где они? Они идут сюда, нет? Блин, я не знаю. Да, идет, походу. Давай, давай. Иди, иди. Давай, давай, ну, иди отсюда. Точнее, мимо иди отсюда. Ну, блин, ну где они? Я уже сдолбался. У меня батарейка садится. Может, они там и будут стоять? Может, они уже прошли? Музыка не утихает. Это значит, он тут стоит где-то, да? Капец, а куда мне идти-то там? Не понял. Вот же шкафчики были. Фу, так, спокойно. Значит, сейчас бежим налево. Да? Они какие-то тугодумы, честно. Короче, да музыка, харе. Да блин! Короче, сейчас открываю, его мерзкая рожа здесь. Нет, его здесь нет. Может быть, я и пропустил там что-то важное. Ну да пофиг. Блин, он же сейчас за мной пойдет. Нафиг. Надеюсь, этого не произойдет. Музыка все не утихает. Твою ты, этот чувак. Это он, да? Другого. Ой, у меня ключ же есть. Нормально. Подожди, а внизу что? Я обязан посмотреть, что там внизу. Тут закрыто. Я помню это место. О, блин, давай, 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 давай. Пошли отсюда нафиг. Да он все равно нас не достанет, он там за дверью. А если я вернусь назад, он тоже там будет? Лифтом? Можно лифтом воспользоваться? Лифтом можно воспользоваться? Че это такое? Я тут на туре был, нет? Да опять музыка наводит, блин. Харе, а. Что заставляет меня идти сюда? Вы не знаете? Еще обосрусь, наверное, от страха. Точнее, от напряжения. Что это? Точнее, кто это? И что он тут делает? И вообще, что тут происходит? Я не понимаю, может быть, это зачем-то нужно? Какая-нибудь... Катсцена, я там подхожу к нему, он меня нападает, что-то говорит. Чувак, вот тебе ключи, вали отсюда нафиг. Я такой сваливаю живой и невредимый, и поджигаю эту больницу, не знаю, давай. Блин, я теперь знаю, зачем надо это. Нужен ключ. Зашибись. Ну и где я его возьму-то? Подожди, правда, а где я его возьму? Стоп, у него что ли? Так, тут закрыто. Забаррикадировано, точнее. А, вот.
Это, блин, темень вообще жесткая. Вот тут уже нормально, кстати. Нужен ключ. На обратном пути он у нас будет ждать, вот я уверен. Ну, скорее всего. Я не могу быть уверен, но вполне вероятно. Да что вы перестали оставлять батарейки рядом с радио? Что он делает? Сейчас мы почитаем, что он делает. Опять одни помехи. Пациент склонился в молитве, может, купился на пропаганду отца Мартина, может, слышал то же самое, что и я, только отчетливее. Может быть, это его собственный способ сбежать отсюда. Священник назвал это Евангелием песка. Оу, oh, yeah. Я ни хрена не понял. Так, значит, нам не сюда. Или сюда. Подожди, а куда нам реально? Если здесь ничего. Здесь тоже ничего, значит, нам... Значит, нам куда-то... А, вот, стоп. Щель как... Не пугать. Все они молятся, да, непонятно кому причем. Как один священник может... Ну, они же психи, что, они же купились просто. Так, там никого нет. Ну, по-любому кто-нибудь есть. Здесь никого, а здесь точно есть. Здесь тоже никого, а здесь нету. Отлично, здесь никого. И ничего, самое главное. Я-то рассчитывал на какие-нибудь батарейки. Смотрите-ка, они все тут свихнулись. Я, конечно, понимаю, что не вариант заходить в каждую комнату. Но вдруг... Вдруг батарейки. А вот и окошечко. Подожди, а что тут? Приоткрытая дверь. Они безопасны, эти люди. Я на это очень надеюсь. Надеюсь, что все они безопасны. Документ. Что ты тут написал, чувак? Давай почитаем. Недостойно просить. Я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Возьми меня у Валерия Дрэй. Да увидит этого апостол пастыря моего и да распространят его неправда ради истины. Величайшее время твое в мире прошло. Плоть моя жаждет великого гнева твоего. Кровь моя полна твою. Выпусти же ее. Вот молитва моя, да будет слово твое вырезано на плоти моей. Даун! Что я могу сказать? Даун, даун. Так, хорошо. О, ништячок. Это круто. Я же говорил, что нужно исследовать. Все в натуре. Теперь мы можем пойти вот сюда и выбраться отсюда. Оу-е, смотрите-ка. Неужели мы можем... Нам сказали в часовню, что ли, какую-то? Вот часовня тут. Нет, все-таки они реально тут церковь строили. Или это отец Мартин забабахал тут быстренько. Так, ну, надеюсь, меня никто не толкнет. Но даже если толкнут, то и к лучшему я зато пойду отсюда нафиг. Так, ты тоже... Ой, блин. Все, началось. Непонятные какие-то знаки. Слушайте, а помните, я батарейку видел? Я ее пропустил или, наоборот, не дошел до нее? Здрасте. А вы меня не будете трогать? Ой. Конечно, что-то там. Не знаю, он сказал. Auto HD у нас запись. Моя работа, лишь ты должен выжить, чтобы рассказать им. Это будет... твоим предпоследним желанием, роль свидетеля, вообще предпоследним. Пророк испокон всякий обещает свободу от смерти. И вот она настала, ты узришь и опишешь мою смерть, мое возрождение, и когда мы оба освободимся. А при чем тут крест? Если ты свою религию придумал. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт, он отвезет тебя к свободе. Итак, мой сын мой. Ты что, чем-то палил, что ли? А зачем он? Ну, идиот, короче. Блин, это однополые существа. Я не понимаю ничего. Ладно, давай, бери ключ. Ключ, все, пошли отсюда. Что-то он там записал, давайте почитаем. Я не могу поверить, что дед Мартир переплюнул. Чего? Я же не думаю, что будет смерть будет паршивой. А, не думаю, что буду
скучать по нему. Пусть путь наружу. Если он не врал, теперь я знаю, как отсюда выбраться. Я вообще теперь много чего знаю. Он хотел, чтобы я продолжил его проповедь. Да легко, меня услышит весь мир. Блин, теперь они меня прессанут, когда его нету. Нет, не будут меня прессовать. Фига. Мне тут... Двери распахнули. О! Этот чувак... Музыку успокойся. Этот чувак... Короче, он... Как вы видите... Че я хотел сказать? Он ушел, короче, вот я хотел сказать. Та-т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 а
Капец. Короче, нам надо опять туда бежать, откуда он вышел. Как в тот раз. Похожая очень локация, но только на этой локации. Кто-то кряхтит. Ладно, будем ждать, пока он выйдет. Так, спокойно. О, вышел гад. Хорошо, что я не побежал туда. Ну ничего, здесь его можно покружить чуть-чуть. Так, ладно, он меня сейчас увидит. Ну да ладно. Так, спокойно. Слышь, чувак, спокойно говорю. Вау-вау-вау. Полегче. Все будет нормально, слышь? Ты отсюда же вышел? Ну и вали отсюда. Так, быстро, выход, выход, двери, двери. Двери, блин! Че тут? А! Все нормально. Ничего я, блин. Везучий, везучий. В тот раз... Блин, одни вентиляции. Вот теперь все. Теперь я сразу понял, что надо смотреть по верхам, ребят. Это стопроцентно. Нужно смотреть наверха. Всегда все в последних дверях. А хотя нет, смотрите, в тот раз мы не в последнюю дверь вошли. В тот раз была открыта... Точнее, все, наверное, там, я не знаю, двери последние. Да, последняя тоже была. Помните, он ее раздолбал. Все... Все двери были открыты. Да, мы здесь были. А почему я назад не мог выбраться обратным путем? Ну ладно. В общем, все двери были открыты. Но предпоследняя дверь оказалась моя.